Всем привет! Сегодня мы на экскурсии на выставке челябинского художника Александра Сафонова, которая называется «Не мудрено, но красноречиво живопись». Вот, собственно, на фоне его работ сейчас вы меня видите. Но с творчеством этого художника я знаком давно и слежу за его выставками, и за теми выставками я участвую в каких-то групповых выставках, поскольку мне это очень интересно. Вот. Но надо сказать, что работы, конечно, Александра Сафонова узнаваемы, есть в нем определенный уже некий авторский почерк. В то же время год от года у него какие-то, ну то есть видно его развитие, что он куда-то развивается и что-то ищет в поиске. И это, в общем-то, сильно привлекает. Понятно, что здесь вот некая манера, она совместима с какими-то абстрактными вещами, и зачастую интересно разглядывать, угадывать какие-то переплетения его графических элементов с цветовыми яркими пятнами и какими-то живописными элементами. То есть некоторые персонажи часто кочуют из одной работы в другую. То есть это какие-то лица, женские, мужские, кошки, собачки. И все это переплетается порой достаточно витиевато. Не сразу понятно, но в этом-то и интересно, как говорится. Ну и на данной выставке представлено 11 работ довольно-таки хорошего формата, около метра, наверное. Из них я лично видел, наверное, 1-2, остальные все совершенно новые. Вот, и поэтому я с удовольствием прошелся, посмотрел, порадовался. И, конечно, приглашаю вас всех посмотреть. Если вы, собственно, в сентябре в Челябинске находитесь, то всячески рекомендую приехать сюда. Это, то есть, помещение то же самое, где и Союз художников, да, но только на первом этаже в фойе. Вот, поэтому... Если не получается, то, конечно, смотрите видео, наслаждайтесь. И, кроме того, интервью с ним мы уже снимали. То есть я был в гостях в мастерской Александра, и оно есть на нашем канале в YouTube. Поэтому все, кого заинтересовало, собственно, это работы в творчестве, можете посмотреть, послушать это интервью. Пока-пока и подписывайтесь на канал в YouTube, там есть колокольчик. Если смотрите где-то из соцсетей, то можете перейти на YouTube, там подписаться, чтобы не пропустить наше следующее видео. Мы не часто появляемся, но тем не менее стараемся, то есть какие-то события, которые мне интересны и в целом как бы интересны нашему кругу художнику, вывешивать на видео формате. Пока-пока.
Спасибо.